Привет, тестируем аккумулятор у новинки Poco X5 Pro, емкость которого составляет 5000 мА. 100% заряда, время старта 12 часов 32 минуты. Устанавливаем громкость и яркость на 80%, смартфон без сим-карт, он подключен к Wi-Fi и разрешение в YouTube максимальное. И хотя в настройках установлено 120 Гц экрана, но YouTube все равно работает на 60 Гц. Начинаем тест. Прошло 3 часа, 84% заряда. Спустя 6 часов 65% заряда. Уже 12 часов в работе, 24% заряда. Итак, мы подходим к отметке 16 часов, у нас 3% заряда. Полное отключение произошло в 16 часов 43 минуты и всего он продержался 16 часов 11 минут. Я очень доволен проведенными тестами. А что думаете вы по поводу емкости, автономности и вообще работы данного смартфона? Напишите в комментариях. Ставьте лайк за труды, до встречи в полноценном обзоре.